Можете Красноярск повесить на кастер. Сам прячется на секунду. Держи. 3, 2, 1. Сука, так и не подчинилась. Ну, походу, тебе макрос придется брать. Понимаешь, я даже свой отчет не вижу. Я фул настройки сбросил в ДПМ, и все равно нет ничего. И перерыва, ни этого, ни отсчета. По черепу. Кресту сбивает Женек косты. И помогает Полинор ему. Черепу все сбивает. По черепу играет. Марухи что-то там тоже самоните. Когда добьем. Всем привет. Привет. Здравствуй. Бейте. Так, все первые пати Эмиликов. Тривара и Фокусу снимаете Триньку. Вечное пламя. Любую другую можете снять. После того, как мобов добьем. Уже изначально нужно, наверное, написать людям, которым нужен груль. После этой пати поменяем. Извиняюсь, опоздала. Вы уже начали, да? Для прощения. Да, Лера, вообще. Ну, приходи. Лера, да, пришла? Да. Да, это я. Лера, заходи, мне с меня, это больше дашь. Хорошо, давай. Давай, давай, давай. Ну, это будет честно, я думаю. Ну. Да, 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 это нормальная тема. Больше нормальных газетников, чем это. Понимаешь? Давай, Грозивар, ты уступишь тогда, если тебе с босса первого ничего не надо, а мистеру Бонду ему ОД надо. Все, он второй на пол появится. Окей. А нету хантоба еще в Индии нового? Нет, нету. Так, что вопрос. Мы тебя и оставим, Марухич. Дядя Стэна Марухича сейчас сум. Я расскажу тактику вкратце, кто здесь первый раз. Вся первая пати, еще раз напоминаю, снимает Вечное пламя 3. Мобов. А, Дядя Стэн не здесь, наверное. Так. Давай его Ксар в лесу и место Скибиди. FDK будет держать печеньку, а пока будешь держать ромбик, Женек будешь держать луна, Андрей будет держать... Суманите Бонда. Звездочку, квадратик. Звездочку. Женек, а? Я забыл кого? Ромбик ты держишь. Смотри, он прошибает очень больно. Тебе придется там нормально так прожиматься. Потому что обычно его Юю танчу. Я вышел с игры, я здесь, никуда не перехожу в канал другой. Окей. Так, по фласкам у Фолок возьми сапроты, FDK ДДшные фласки.
Дексиона СПДшная, я тоже СПДшная. Войд, тоже возьми мне лишнее фласку. Ади Юги. Да. Юи нету сегодня, он написал, что его не будет сегодня. Мой Женек будет держать Кроша. Крош больнее всего бьет, ты одет лучше. Или у него там... То есть, если его сорвут, то сразу лайф. Женек, твоя задача будет держать Луну. Будешь держать его там, где он примерно стоит. И сбивать касты. Обязательно сбить каст молитвы исцеления. За СПДшными фласками обмен определенно, за ДДшными, по-моему, там FDK и Void Spirit. Ты мне сказал Женёк взять. Женёк получше меня одетый. А. Ну, я могу выйду передать. Не, нормально, нормально. У тебя СПДшная обещана? 8 штук, войду, Марсел кинул. Дексионе кидайте обмен за ДДшными фласками. Я говорю, Женёк получше меня одетый. Да то ты удержишь, я в тебе уверен. Все, будешь держать печеньку. Ой, не печеньку, ромб. В чем проблема? Это танка нужно пить саппорт или не обязательно? Выпей саппорт. Уфологу обмен. Так, теперь касается всей пати. Будем бить моба, которого я скажу. Твоя задача на Иоми напулить моба на танка, который танчик. Теперь вся первая пати, она играет по собакам. По собакам. Когда активируется Ом, не бьете магическими способностями по собакам, только физической атакой. Ваша задача залить собак, хотя бы двух. Если не зальете, мы скорее всего сдохнем. Мобов будет танчить у нас дядя Стэн, но тебя это не касается, наеме. Ты играешь тупо по боссу и напуливаешь каждого моба на босса. Печеньку, допустим. Активировать печеньку, напуливаешь печеньку на FDK. Ромбик на апокалипсиса, если мы ромбик активируем. Если луна, игра на Женька. Квадрат, звездочка на уфологу. Так. Милики играют только по собакам. И когда я скажу по лому, ваша задача заливать собак. По декурсам определенно первую пати... Кусяо вторая, Марсес третья, Лаксар четвертая, Тщеславность пятая. И потом помогайте друг другу, кто быстрее в декурсе. Также, когда активируется ромбик, он будет вешать взрывные живые бомбы. Живые бомбы нужно будет выносить из рейда. Как их выносить? Просто 10 метров отбежали от людей и все. Так, также Хао, забери огонь. И готовь мастера ур массакру на огонь, когда скажу. Все, готовность на пул, вначале никто никого не бьет. У меня вопрос, там косты сбивать, молитвы, а остальные сбивать или только... Главное, чтобы ты молитву сбил. Если видишь, то, короче, у тебя должна быть всегда одна абилка, не в КД. Чтобы ты мог всегда молитву сбить. То есть видишь, что есть... Две обилки, удушение и... Удушение, три минуты. Ладно, я понял. Я знаю, но я же про это и говорю, что... Типа после молитвы там один каст можешь сбить. Потом ждешь обязательно. И если не сбить каста... Появляется примерно раз в минуту, раз в 30. Ну раз... Она часто вообще. Раз где-то в 30, в 15, я точно не помню. 30, я помню. Я понял, все, разберусь. Этот, если ты... нету сбить каста, сразу говори. Disc включен, говори... Сбейте молитву, только заранее скажи, чтобы люди успели. Хорошо. Это сделать. Все, готовность на пол. А, у нас есть ал. На, прыгните. Лака не будет. Вар, да, кричи на АП. Один из варов. Давай, Мейсон, на АП, шнурки на ХП. Все, все готовы. Сейчас никто никого не трогает, танки разбирают своих мобов. И стоим, чилим. Киглера напулил в наеме в квадрат. Дали Геру. Смотрите, не сорвите квадрат, он убьет нас, если сорвать. Молодцы. Не сорвите.
Ясно. Падайте. Не спешите врываться. Медведи не такой жесткий агронабор. В чем сложность? Кто сорвал? Кусяо? Минус. Залай. Я в этом писал аж нормально, поэтому... Пару. Ладно. Я полпечется. Оставим Геру тогда, когда Миска станет. Двух мобов, во-первых, держать. Дадим Геру, когда будет какой-то другой мотоцикл. Блядь, не додамажьте лучше, еще раз говорю, там есть два моба, если вы их срываете, мы сразу умираем. Я типа, киглер... я просто... Вон мне показывало, что я нормально по агру, типа, не срываю. Я потому и бил. Ладно, срываю. Добейте эту собаку, которая стоит. Смотри, тебе кричит ДБ, там тебе кричит Омен, тебе все кричит. Омен, ты сначала? Сорян, я для вас, ладно. Прям кричит, оборотцентово, если он где стоит. Стоит. Давай, фу, риба. Не спешите вы врываться. Кто не уверен, лучше постойте. Посмотрите. Пару секунд на босса. Будет лучше, чем вы сорвете и убьете всех просто. Комбо чем без проблем, да. Все. Побежали. На там подключили. На АП, на ХП крикните варочки. И стоим чилим. Никто не бьет никого пока. Слепоглаза на пул в Женька, Наоми. Дали Геру. Смотрите, тоже не сорвите. Женя тупо ОПшками закидывай. Не набирай игру. Смотрите, маги могут скидывать агроид. А пока немножко отведи своего, чтоб я ОЕшка не сорвал. А он не двигается, ты не отведешь. Женя, отведи немного от апокала моба, чтоб ОЕшками не сорвали. Женя, собьешь каст. Все, стопнули урон по слепоглазу. Сбей каст. Стопнули урон по слепоглазу. Опять он активен. Добиваем его. Так, тщеславность залей иннер по стреле. Кусяо по хау. Милики все свободное время бьют по собакам. Че за зерон? Еще 7 секунд можно поиграть и стопаем урон. Женя, собьешь каст. Стопайте урон. Казбей. Все. Стоп урон по слепоглазу. Стоим, ждем. Кроша на пул, приготовьтесь выносить живые бомбы. Не играйте по слепоглазу больше. Живые бомбы выносим. Хал, приготовься массейф отдавать, я пока вместе тоже. Скажу заранее. Живую бомбу вынесите с РДД-зоны.
Маша злее и нарастрелил. Смотрите, этого не сорвите, сорвете, это сразу лайк. И живые бомбы не забываем выносить. Через 10 секунд нужен будет массей, вы заранее. Три секунды, приготовились. Отдали массивы. Прохил, рейд. Стопнули урон по крошке. Все, больше крошек никто не бьет, не сорвите. Киглера. На пул в уфолога сейчас, играем по Киглеру. Тоже не сорвите его. Славность, как откатится Иннер, зальешь по стреле. Усяло вот то же самое можешь по стреле влить. Ну хотя пока не может еще кто-то другой будет более востребован. Пять секунд можно по боссу приготовиться, прохиливать всех РДДшников. Стопнули урон по Киглеру. Прохиливаем. Слепоглаза. Добили слепоглаза. После того, как добьем слепоглаза, хэпал можешь пойти на кроша, это который соседний, кинуть синюю джагу и все хилы можете тоже тиману восстанавливать. После того, как слепоглаза добьем. Все, поставил печеньку на этого моба. Все, сейчас никто никого не бьет, идите восстанавливать ману. Кусяо, залей Иннер в вону. Хорошо. FDK прохильте. Все, FK стоять, Женек. Можешь Ома идти тоже бить. Потом. Смотри, что у тебя... Можешь... Истерию закидывай в ханта по КД, он постоянно стреляет, и этот слышит, можешь идти вместе с FDK Колму, настакать айсбаунд, чтоб у тебя был настакан. И стопнули, отбежали от кроша. Всё. По Киглеру снова играем, не сорвите его, FDK прохильте. Маша, как откатится Иннер, по стреле зальёшь. Зачем мне смысл? На этого не нужен массов. Киглер. Он не сильно пробивает. На крошка нужны массовы. И если не убьют собак на Ома. Вот можешь через кроша хилить, стоять и восстанавливать. Пока крош не активен, ты, короче, можешь его убить и восстанавливать ману. Стопнули урон по Киглеру, прохил рейд. Все, Киглера больше никто не бейте. О, опять он, добиваем его. Только не сорвите. FDK поднимите. И вы, как только Киглера добьем, можете все спокойно на кровь ману идти восстанавливать. На печеньке. Пока он не активно, можете бить и восстанавливать ману. Марухич вылетел. Херово. Собак. Можете РДшники по собакам поиграть. Ну, только смотрите, там, у кого трини не КД, можете тоже оставить, не разряжать трини. Когда активируется ромбик, никто на собак не должен никакие доты навешать. И совы, и страфовы не жмите. Отбежали от кроша все, если стоит. Все, ом. Собак, по собакам играем. Старайтесь по одной собаке играть в милики с первой пати. Приготовились декурсить. Нужно, чтобы хотя бы вы одну собаку убили. Две вообще идеально будет.
туда скинул. Дядя Стэн, так. Не стыдно тебе. Этот, тщеславный злей на постреле. Так, хоть одну собаку успеваете убивать там, Жень? Да, всех убьем. Отлично. Да, да, плюсуй, Женя, на замену локать. Стопнули урон по Ому. И прохиливайте просто. Опять валон активен, бейте по Ома. Собак то же самое, также заливаем. Отведите их, чтобы на них доток не повесил. Так, Кусяо, Иннер по стреле залей. Нормально все с собаками, Женя? Вот и нет. Блять, так мы ж упадем так. Хотя бы одну убейте, тогда выживем. Забери на тьму на всякий случай. Давайте. Блять, уже проебался нахуй. Че, трудно КС на боссе держать? Стопнули. Ом, прохильте. Еще раз, Ом. Опять собак забрали. Играйте по двое собак. На босса повесь Олм, любой лок. Убиваете, Женя? Да. Блин, фарм съебашит. Все нормально. Убиваем. Стопнули урон по Ому. А если баунт не давать сейчас? Нет, нет, нет. По крошу играйте. Хау, забери огонь. Не сорвите крошу. Так, даем и нажми гимн на ману. Числавность, как откатится Иннер, зальешь в Хао. Хао, ты можешь восстанавливать ману на ромбике. Куда им взрывать? Давайте. Так, Машка, КД Иннер. Не лутайте, пожалуйста, босса, я вылетел сейчас. Угу. Живую бомбу выносите. Да, не, хотя Геру уже поздно. Он скоро закроется. Войт, нажми гимн на ману. Приготовили массейвы. Хау и Апокал, нажмите. Прохил все. 4 хила, нажми и наеми гимн на хп еще. Стопнули урон по крошу. Все, крош активен, но сейчас Геру дайте и залейте его. Не сорвите только. Да они не сорвут сами. 2 миллиона, 3 миллиона разница. Ну да, но все равно орден. Учились. Маша как откатит Кусяо Иннер по стреле. Живые бомбы только выносите. Кусяо как откатится. А, точнее, Кусяо по стреле, а Маша как откатится по войну. Все, можете идти на ромбики ману восстанавливать все. Как ромбик активируется, милики, все играете в ромбик. Собак забиваете на них. Все, идите, готовьтесь все сразу по ромбику играть. Играем по ромбику. Декурсы только продолжаем делать. И не сорвите собак, шнурки прохильте. Там собак задаунся. Декурсин. Сейчас пошли играть по королю. Милики, пока не подбегайте к королю.
Можете идти бить милики. Вот, если есть поиску, можно закинуть. Так, милики отбежали, а то хек скинет, кто не отбежит. Можете идти бить. Что не так с этим разбойником Джейном? Главное, сдай Инер по вону. Сяло построим. Нет, угу. Отбежали милики. Сяло в стрельбу зальешь. Можете бить. Босса никто не лутает, пока Марусич не зайдет. Юра, залей в стрельбу ино. Юра. Нету три. Ну как, наверное. Трэд, подбеги немножко ближе к уфологу. Уфол, Андрей, залей. Отбежали милики. Любой ДКшник айсбаунд нажмите. Хал, можешь массакру нажать. Сейчас урон пройдет и можете дальше бить. Сейчас миликов, кто больше 6к дает ДПС, можете идти бить. Кто не дает, отбегите танки и не стойте. Да пускай просто заберет тут у меня таунт, у босса я пойду там винерку поставлю. Если надо. Уже нормально. Уже нормально. Этот, милик, идите бейте, кто больше 6к ДПС дает. Что, такие враги есть? Которые меньше дают? Кто дает меньше кик из гильдии? Я. Миликов сейчас хилить приходится. Все, босса не лутайте. Марухич, тыкайся. Выходи. Скорее всего, ему не этот. Не засчитают. Тут же не сундук. Марухич, ты тут? Только через босса. Ну, через ГМ. Вадим. Да он офнутый, что ты отвалил? Что, заходи, Саш? Ну, наверное. Ну все, давай тогда меняй сразу, погнали, быстрее, не будем ждать. Угу. Там, болтаю тогда босса. Пробежали все, хау закинешь на кого-нибудь диван. Все только через стенку бегите. Так. Да, сейчас будет. Кому надо груль, сейчас разберемся.
Бета, тебе, короче, что, по квесту надо или это? Или кружка? О, ему кружка не зона бетика. Так. Его по тесту спешит или что? Не, он на этого, на энхард по кружке. Так, теперь. Кому босс не нужен? Ну, я хуй, я спорить не буду. Быстрее, это два человека, кому босс не нужен. Так, Лера. Ну, да, бля, у тебя пет Лера есть. Да лучше оставить. Маша. Номи тоже с петом. Ну, давай, Лера, ты на замену тогда. Бетик в рейд вместо Воксар. Потом... С фрику еще босс нужен был. Еще один человек на замену. Я могу сказать, на замену. Нормально, фокус и ушел. Ему тоже босс не нужен. Все, сумоньте первых, резайтесь, сумоньте первых 5 пати. И тут любой пет подходит, да, любой. Женя Шнурки, а тебе с боссом сейчас что-то надо? Да. Да, медведя кого-то, чтобы не таунтил. Так, а пока ничего не надо точно, пусть идет на замену. Если это... можно, да, в спину подъебался. Блядь, это кидалово, среди белого дня, нахуй. Иди отдыхай. Это знаешь, так, иди танчи, так. Тихо. Так, и Евдикею ничего не надо, вместо Евдикея ВК типа. Я печеньку забираю. А, печенька? Понял. Тогда локация наоборот. А что ты знаешь, что мне печенька не нужна? Я не понял. Ну давай разъепесним, погнали, быстро. Сумоньте первых 5 пати. Печеньками дайте одну мне, нахуй. Ну, выпала печенька, епесним. Погнали, быстро. Ставлю 10 тысяч. Больше не дам. 11. Апокалипсис 10 тысяч. 10 стоит в Дикее. Я просто 10 поставил. 10 стоев в дикей, раз, это два, что такое? 11 уфовок, печенька, 12 икс-фрик. Меньше 11 12. На хуй заберем, я вам честно скажу. 13 шнурки, раз, 13 500, чё? Так, Мейсон, ты на РТ почти не ходил, тебе пока... У тебя нет 13 500. Будешь так ставить, за твоё ИП сними кому-нибудь. FDK 13 600. Раз, два... Это X-Freak 13800, да? А, да, X-Freak 13800. Раз... Он все, он флип поставил. Ну, X-Freak на замене останется, а пока в рейд зайдет. Сейчас смоньте первых 5 пати, быстро. Я там не влезу с тобой. С тобой не влезу. Чисто такое? А, топор? Топор. Ну давай тогда ты место апокала все-таки расходим. Сука. Все, давайте. Пойдешь мне обычку потанчишь, я себе занролю кусок нахуй на болоте. Да че мы время зря тратим? Давайте сум, ребята. Ну. На магика меня не зови, я пошел в кровать. Блять, не ведешь вообще. Ребята, ты 10, когда апаешь, там чарки пропадают, соки? Да. Пропадают, да. Чарки и соки. Да ёб твою мать, ну засумоньте. Чё там, Полинора Агро вообще висит, мне показывают. Тань, ты меня пока на замену, да? Дядя Стэн кем тут? ДДшник, танк? Дядя Стэн в танке будет. И давай FDK и Женёк в танке. Будете ловить, бегать. Ну, блядь, да побить. Да за побьешь. Было бы кого, я бы спекнул бы. Все, не въебусь. Смоньте, вызывайте все петов, у кого есть петы. И хилы включите в идеале, чтобы вы видели про хил петов. Сань, можно под лицо не бегать? Почему по ДПС? Бля, будем смотреть. Мне нужно, чтобы проверенные люди бегали под лицо. Ставь. Давай, Мейсон, прыгай в танк, FDK, прыгай в ДД. Бегай, закрывай Мейсон руки.
Женек, ты закрываешь вот эту вот зону. Вот эту зону. Мейсон, ты закрываешь заднюю часть. Дядя Стэн закрываешь справа вначале и потом под грулем. Какую зону? Ты сказал, вот эту вот зону и где какую? Слева, вот слева, вот эту вот часть, левую, и до выхода, вот, до мага. Вот, до сюда. Ага. Мейсон закрываешь центр и вот эту часть, которая к правой ближе. Дезистен закрывает правую часть, и потом, когда правая будет закрыта, будет закрывать центр и мелизону. Три танка. Уфолок танчит. Так. Лера, заходишь, да? Нет, быстрее. А кто подписал? Я нужна, да? Ну да. А, ну все, да, захожу тогда, конечно. Кто под лесом стоит? Да. Под лицом, говорю, кто стоит. Подожди пока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Икс-фрик, Лера, восемь, получается, петов. Восемь петов должно стоять в кресту. Там вот, там, где все петы стоят. Один человек будет под лицом. Давай ты, FDK. Нет, допустим, я под спину, да, я фулл ДПС дам. Не дам. Слышал, Вдикей, ты подлец. Ты мне должен грань. Ты подлец, блядь. Так вот, чтобы оформить всю грань, нахуй, я хочу по ДПС, но фулл ДПС, блядь, посмотреть, какой у меня. Ну, по ДПСишь, на сурке по ДПСишь, в чем проблема? Был бы кто-то другой проверенный, я бы дал бы. Поставь, засмотрите, Лаксар, ставлю рыбу, фулл ребаф и полетели. Танчит уфолок, если что. Кто здесь не был, если я скажу какой-то ник, он должен будет забежать под лицо к боссу. Но это будет по первый раз здесь. Не буду обычно делать так. РДСники, видите, незакрытые руки. Приоритетом, чтобы вы не задамажили, подбежали, закрыли руки. Руки все должны быть обязательно закрыты. Лера, вызывай пета. И под лицо его туда ставь. Бастасить кого-то? Давай FDK, ASS, Дексиона, Джанг закинь по... Ну, уфолога бесполезно. Давай оставим. Больше нет смысла на кого-то закидывать. Вары, покричите на АП. Все, готовность. Так как у нас Мишка танчит, сразу не врывайтесь. На пулы по КД за огром своим следите. Руки закрывайте. Геру с пула. Женек. Напоминаю еще раз, РДшники, следите за руками. Руки все должны быть закрыты. Совы, не подбегайте к выходу закрывать руки, потому что старфовым можете. Так, поставь от огня. Геру дайте. Поставь от огня, и ты под каждый адский удар должен будешь массейф отдавать. Хау. Масса сокру. И мастер аур на огонь. Под каждый адский. Не откатывается. Откат, вот. Четыре, что не откатывается. Ну, через один будешь давать тогда. Принципиально. Скоро руки будут, приготовьтесь. Руки закрыли. Вдали одни, хорошо. Все, дядя Стэн, ты сейчас мелизону закрываешь руки и центр. Дайте третий овок, пожалуйста. Третий, у нас один пол один. Он с огнем. Ну можешь поставить третью. От огня поставьте защиту кто-нибудь другой, шаман какой-нибудь. Злостный. Нет, май.
Вот, скоро будет адский, приготовься. На 100% ярости. Ты должен будешь мастейк отдать. Да. Закрыли. Давай мастейк. Прохил Мейсона, Наоми. Где ты, все живы, отлично. Ой, ты если есть ПС-ка, можешь закинуть. Да, в руки лучше два забегите человека, чем никто не забежит. Так, Чеславна, Синер по стреле, Кусяла по скибиде и Маша по себе. Руки закрыли. В центре одна рука не закрыта. Молодцы. Руки нормально. Мелизоне закрыли. Через 2% будет адский удар. Хау, приготовься. Если есть массейф, нажмешь массакру. Не забывайте, у меня массшива еще есть. А, в натуре. Ну давай вначале массакра, потом ты на следующий массакра. Адский. А, у него 10 сек. Ну, все выживут. Но... У нас шара, кстати, бойтесь против капец, наверное. Я забыл, что у тебя 4-4 уже для диска. Успевает у тебя хау откатываться на каждый адский? Ну, я же говорю, успевает. Если все нормально. Там как раз впритык. Капец. Ну, дядя Стэн, тогда держи машины на всякий случай, если там в какой-то ситуации. Хорошо. Не... Если мало ли дед какой-нибудь сдохнет. Руки закрыли. Хорошо, молодцы. Войт, если есть ПС-ка, можешь закинуть. Так, чехлавность, как откатится и на постреле. Маша в скибиди. Сейчас посмотрим там. Руки закрыли. И, наверное, будет еще ошеломляющий Андрей. А после сразу адский. Хорошо. Так, Кусяо, давай Инар по скибиди. Наемник, закасты гимноману магом восстановить его ко мне мало.
Ой, ты если есть ПСК, можешь ждать. Сейчас будет один адский. Ну, если все хорошо будет. Войд после адского закастуешь, там гейм тоже на ману. Last save. Хорошо. Можно зубы в уфологовой, на всякий случай. Кому вот не нужен, на магика дальше летим. Это репорт поставил. Сейчас разъепэхнем шмот был первого босса. Я же рука болит на О, кружка. Грац. Бетик.